Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас очередной видосик. Вторая сторона доната. Давно я вам не заснимал эту рубрику. У нас будет сегодня трешачок. Заберем множество плюшечек. Вот такие вот сегодня акции. У нас есть Discount Store. Вот это основное. Мы сегодня открываем по максимуму. Как видите, здесь дают на английском просто бешеные плюшки. Просто все по максимуму, ну, поэтому у меня и силушка на сегодня, как видите, одна из самых топовых на твинке. Ну, я, конечно, уже здесь играю, на русский я частично забил, так буду заходить вам записывать видосики. В принципе, без разницы, где играть, здесь даже обнова раньше, здесь больше возможностей, больше всего, как видите, куча плюшек. Вчера я вам показывал, как открывать мешки с овниками, сколько чего падает, чтобы вы приблизительно понимали. Вот это вот у меня итемы, которые я уже забрать, к сожалению, не могу. То есть кулаки, слизни. То есть у меня очень много книг просто пропадает. Ничего не могу поделать, не увеличу это ни пока лимит. Хотя это уже давным-давно надо было сделать на этом сервере. Так, окей, ну что у нас, поехали, посмотрим, что у нас по акциям. Сегодня интересного есть, и потом поиграем уже в Discount Store. Так. Паки. Винерсы разные. Вот Dragon Orbs. Я вчера, кстати, в него играл. Уже не заснимал видосик. А отсюда забрал пару рун. Очень интересная тема. Собираете, копите. Вот видите, у меня есть итемы. Можно зайти вот так в Exchange Shop, посмотрите, какие здесь плюшки дают за единичку. И посмотрите, потом сравните на русском сервере. Вот если собираете все по 3, 70 осколков огника. Хотя огник здесь 50 баксов всего стоил. Вот было недавно распродажа, 25-го, по-моему, если не ошибаюсь. Я двух, помимо двух огников, там были еще Некрос, Вольт и Арктика, поэтому все по высшему классу. Ну, в общем, думаю, эту акцию вам смысла нету показывать. Давайте в Баназу зайдем, посмотрим, что там. Ну, тут, как обычно, трешечок в общей Баназе. Не оправдывают эти средства, которые, ну, хотя бы вот седьмые рунки, вот это единственное, что еще дома. Можно было их не забирать. Но посмотрите, сколько здесь вольт стоит, а на рынке его продают за 10 баксов. Всего лишь. Так. Поехали, посмотрим, что тут за акция. Деревья, 104 попытки. Замахаемся мы, наверное, их открывать. Ну, сейчас пооткрываем, хотя бы посмотрим, что здесь падает. Так, у меня там 12 итемов, давайте заберем. Ну, 6 коробочек уже. Неплохо. И пойдем потом в Discount Store. Самое интересное. Так, окей. Ну, по сути, на этом сервере можно купить любого героя, в принципе, за минимум. По сравнению с другими. На китайке тоже продают, но на русском, как вы видите, все намного печальней. Так, шарды, шарды, самы, значки почета, Леди Лео. Ну, сейчас так посмотрим. Уже стрелка вроде выиграли, ничего себе. Как видите, неплохо падает. Уже опять чего-то там нахопались. Да, стрелок, Леди Лео, Дед Мороз, окей. Ну, как видите, дофига разных акций сегодня. Не знаю. На русский даже страшно после такого заходить. Интересно, сейчас добьем, посмотрим хотя бы, что здесь можно. Ну, в принципе, стрелка вытащили. Что еще интересного нам выпадет?
Ну, неплохо самики дают. Еще одна леди Лео. Укротитель. Интересно отсюда вытащить кого-то топового героя реально или нет. Хотя герой, в принципе. О, ничего себе, Лаваника. Бэк даже упал нам. Сейчас посмотрим, какого уровня. Просто изи вин, ребят. Огник. Неожиданно, нежданно, так я даже не надеялся, честно говоря. Но вот он. Офигеть. Ну, спасибо, IGG. Я не знаю, какой там он у меня по счету уже. Но... И это, в принципе, мелочь, но приятно. Так. Окей, отлично. Поехали еще поиграем. Интересно, интересно. Ну, как видите, куча разных акций есть сегодня, поэтому все very, very good. Так, ну, удивили, удивили. Санта Бум. Так, отлично. С этой акцией разобрались. By Games and Twin. Ну, сейчас посмотрим, что мы тут. А, эссенции 100 штук. Супер подарок. Так, Plan for Prizes. Даже заходить не буду. Проспектор. Гифты мы забрали. Давайте проспектор посмотрим. И в сундучки. Много акций, но честно скажу. Так, 2000 получили. Так, ну поехали. По спектра забежим. Ну, в принципе, тут тоже все награды получим. Интересно, интересно, что нам тут упадет. Хранителей насыпало неплохо. Карточки. Что на втором заходике будет? Еще карточки Арктика. Ну, ожоги падают. Неплохо так. О, исцеление, выживание точнее. Нехило так нападало нам, ну, это хорошо. Так, так, самики, стирачка. Отлично. Давайте в план по прайзе зайдем, посмотрим. Сколько у нас тут попыток? 74 попытки. Ну, две Арктики даже. Ничего себе, две тыковки. Ну, неплохо, я вам скажу, если для начального какого-то доната это все брать. Очень-очень неплохо. Так, что у нас там еще есть с такого интересного? Ну, давайте зайдем еще в орбы, посмотрим. Так, это можно забирать. Уже добавили четвертые сумочки, но по сути они за донат, они мне в принципе не нужны. А, поехали дальше, чейндж делаем. 65 попыточек у нас. Оп, ничего мы не сэкономили. Восьмую ремку продают. Ну, у меня их 20 штук. Эмишки, в принципе, можно забирать. Карты тоже можно забирать выгодно. Хотя у меня такое чувство, они скоро у меня в прелимит уйдут. 2500 стирачка. Неплохо. Пакты продают. Не знаю, мне этот магазин больше нравится, чем на русском. Ой, смотрите, какая скидочка. Минус 60. Ну, это стоит забрать. Это выгодно. Рунку тоже возьмем. Столько кулаков дают. Ничего себе, красавчики. Так, фон дают. Ну, у меня вроде этот фон есть. Неинтересно. Так, ну, эти руны можно не брать. Зачем я их покупал? Мне их хватает. Так, скидку мы никакую не выиграли. Ни о чем.
Надо по чуть-чуть все равно тоже скупать. Поехали дальше. Так. Забираем тут так. Книги вообще невыгодно. Не знаю, что их за них такую цену ломят. Вообще невыгодно их покупать. Водушка. Неплохо. Интересно. Вот смотри, ничего себе, 60%. Конечно, забираю. Так, ну водушка. Уже смысла нет. Поехали дальше. Так, это забираем. Это забираем. Так, берем. Только у меня тут еще 50 попыток есть. Поехали дальше. Ну, по сути, я тут вот ради этих камней. А, у нас фулбокс, я думаю, блин, что мы не смогли забрать. Вот так вот. Неплохо, неплохо, это мне нравится. Так, забрали. Ну, это нафиг не надо, поехали дальше. Так, тут ничего не надо, выживание дороговато, наверное, будет. Так, что-то скидочка. Надо больше желтеньких камешков, чем этих красненьких. Так, это забираем. Сэкономили. Так, отлично, еще разок. Ой, отлично вообще. Тетенька. Инч. Забрать. Забрать. Так, ну тут ничего такого интересного нет. Это забираем. Так, 500. Забираем это и оставим пока. А то, может, что-то доберем еще. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, добьем питомца на максималку. Панчбокса. Оп, вот такой вот у меня уже панчик на максималке. Ну, у меня остались только редкие еще докачать чуть-чуть. И будем ждать уже, когда дальше левел. Хотя не надо, потому что у меня еще надо очень много простых, чтобы качать. Посмотрите, какая разница в донатных пэтах и в обычных здесь. Вот так вот. В принципе, все. Плюшки я потом уже пооткрываю. Пишите комменты, лайки, репостики. Ждите следующих видосов. Всем удачи, всем пока.